Так, всем привет! Это опять я. В общем, у нас сегодня праздник у девчат. Сегодня будет... Что там будет-то? В общем, еду к Тане. Еду пока одна, у мужа там дела, и он потом подъедет сам. Сделает дела. Ну, мы пока расставим на стол, накроем туда-сюда. В общем, и он как раз подъедет, когда уже все будет готово. В общем, в умный... Вот, ну, не на машине подъедет, а мог, в общем, не в этом дело. Уехали, а Чарли там начал плакать. Вот так, он раньше так никогда не делал, а тут что-то он... Потому что, может быть, мы из-за того, что мы вдвоем из дома выходили, не знаю. Ну, в общем, плакал. А мне так прям жалко его, когда он так плачет. Ну, ладно, у нас все-таки праздник. День Сан-Хуан. Это, ну, типа дня Ивана Купалы. Так как пляжи все закрыты, на них нельзя будет находиться, мы решили ехать, вернее, Таня решила, что она всех позовет к себе домой. У нее фазенда есть, на которой можно всем нам собраться. Вот, с девчонками, с мальчишками, девчонки и мальчишки, а также их родители. Вот, ладно, поехала я, если меня, конечно, пропустят. Тань, ты кто? Медуза! Медуза! Она и детей нарядила. И нет, всех. Дети сами наряжались. А, да, сами нарядились. Опять она это радио включила, которое любимое. Теннис режет. Представляете, я тут приехал самый первый. Я специально приехал первый, чтобы место занять. Да. И сидит на качелях, качается. А где еще? Что мне еще делать? За столом место занимать надо. Стол бить. А, там уже не столь важно. Тоже правильно. Мне главное для машины, а не за столом. А, тоже правильно. Я ее и развернула. Я уже приготовилась на выход отсюда. Вот так вот. Так что. И как раз вот семь из них. Так что вот так вот. Мы будем отдыхать, а что еще делать? Я волна, чудо, не видишь? Логично и красиво. Какую песню? Я волна. Здесь все понятно. Синяя волна. В общем, Таня здесь уже приготовилась конкретно. Сейчас покажу, что она тут наделала. Потому что тут вообще привет. Привет. Девочки, ой, сколько много, даже не знаю. Это Таня у нас, Таню можно снимать. Таня у нас не стесняется, Таня у нас звезда. Смотрите, Таня как тут понаделала. Она тут и вот нарисовала, и тут что-то нарисовала. Вот ей, вот она у нас какая затейница, посмотрите, это же ведь... А это что такое за царство такое? В общем, это трындец какой-то. Вот такая вот она у нас затейница. Тут прям как свадьба. Тут стол на свадебный похож. Слышь? Прям хоть свадьбу играй. Тань! У тебя стол... А где она есть-то? Стол-то свадебный, что ли? Кого замуж-то выдаем? Почему свадебный? Ну, как раньше, вот шторки вешали. А что ж мне надо там было баки показывать некрасиво? Ну, круто вообще. О, блин, и там все завешало. Смотри, вот это вообще... А что у нас тут покушать? Мы все закрыли. Тут, ой, тут торти, а порт... Торти надо мужикам открыть. Я... Это мужская еда. Este video va a ser de primera. Susana, sigue, 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 no pare. Ahí, la medusa te quiere comer. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se la coma!
Нас тут уже гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Таня, это что ты тут делаешь? Фотографию мне надо сделать. А, ну Таньке главное фотография. Мы сейчас через костер будем прыгать. Депиляцию будем делать. А еще рано? Сколько время? О, надо в 12. Домой же хотят. Кто хочет домой? Уже домой хотят? Сейчас все эти... А, как ведьмы? Говорят, что встать и хоровод водить. Прикольно. Вот такая вот традиция. Только в 12 сжигают. Пишут на бумажке все плохое, что было. Сжигают, и вот все уходит. Симонов. Ива Сан Хуанико. Que hay que poner lo malo que te ha pasado, no, Manolo? Y quemarlo, no? И el virus es maldito? Sí, ¿a dónde? Вот так. Ой, музыка, я забыла, что там у нас музыка орёт. А то вдруг права включат. Авторские. В общем, кто куда. А мы сейчас будем прыгать через огонь. Представляете, дождик пошел. Свет, ты подождем, пошла купаться? Дождик пошел, вообще мы в шоке. А какое небо-то нормальное? Но, все ли с тобой? А мы под крышей. Мы со стола все убрали, и теперь едем домой. Ой, время уже второй час, поэтому ветер такой поднялся небольшой. Но это хорошо, потому что комаров нет. В общем, едем домой. Там тоже отмечают, вот там гараж один есть. Вернее, тут много гаражей есть. Но вот в этом гараже, там видите, где свет голубой. Там отмечают тоже, наверное, праздник. Вот так мы отметили Сан-Хуан по гаражам. Вот видите. Вот, а я уже домой приехала. Чарли, я просто бегу. Ой, что там у меня такое? Непонятно. Чарли, наверное, нас уже ждет. Так что буду с вами прощаться до завтра. Всего самого Ниня. Амичик. Смотрит с балкончика. Моя лапа. Всего вам самого наилучшего, слышите? И всем пока-пока. Если вам понравилось видео, ставим лайки.